Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем путешествие виртуальной реальности. Сейчас я создал себе американский аккаунт PlayStation Network, вот, Джейсон Смит из Colorado Springs. И сейчас мы посмотрим приложение для виртуальной реальности, которое называется In The Cloud. Итак, пробуем. Смотрим, что здесь есть. Такого приложения нету ни в российском, ни в канадском аккаунте. Сейчас глянем, что это такое. Так. Alpha Build the After Module. Так. Крестик. Вот, сабвуфер, вообще класс. Welcome to the cloud. We're here to map your brain. Of course, for alarm, the process is totally safe, secure, and of course, utterly painless. This is how this goes. I'll ask you a few questions, and your answers will help me to create what you need. You here. So you can die safe in the knowledge that you never have to say goodbye. Deep breath in. Наушники для более глубокого погружения. Готов. Let's begin. Так, что тут? Watch. All right. Now remember, first answer is best answer. Так, он ушел. You are at the vet. Your dog has been diagnosed with a terminal cancer and needs surgery immediately. The treatment will cost $15,000. What's your choice? Так. Не знаю, что я выбираю там. Разбитая машина какая-то. I go police. Nearly there. One more question. What is it? Так, это не игра, это у нас приложение. Поэтому съемка только со стороны. То есть что-то тут должно появиться, помимо этого ролика, я думаю. Все, добро пожаловать в клуб, добро пожаловать в клуб. Оп. Life.
in the club, Young Afterlife. Все. Такой просто видеоролик посмотреть нам дали. Сейчас попробуем. Прогресс. Ну да, и все. Ну что ж, на этом тогда все.